Всем привет, ребят! Мы в устье реки Псижуапце, и вот сейчас на этом месте я вам покажу, что сравнительно не так давно здесь была вода. Смотрите, все еще, еще грязная, мокрая все. Прошло после дождика всего ничего, а водичка ушла. И мы сейчас с вами пройдем, прогуляемся к реке Псижуапце и посмотрим, что ж там творится. А то я хожу все близ да около. Хотите, покажу вам следы птичек? По прямой ходят. Чем-то мне напомнило мультик про попугая Кешу. Там такие же следы были. Конечно же, в грязюку лучше не наступать. Лучше идти по камням. Посмотрите, какой объем воды здесь проходил. Что вот все, все прям вот в таком вот состоянии. А здесь вот есть острова, песочные острова, нормальные. Ну что, встретимся у воды. Итак, ребят, я на самом краю, на обрыве, можно сказать, даже около реки Псижуапце. Смотрите, она сегодня действительно чистенькая, красивенькая, какие горизонты, голубое небо, прекрасное просто. И обратите внимание, какие деревья она просто вырывает с корнями. И вот они еще буквально недавно были в земле, а теперь корень сохнет. Ну, дерево, естественно, погибнет, а со следующими более сильными дождями, если такие будут, естественно, они будут, все равно, рано или поздно они будут, это дерево окажется у нас на побережье. Потом его кора будет тереться об камни и создавать нам всякую неприятную муть. И море станет немножечко на какой-то промежуток времени не очень красивым. Ну, такова природа. Так было всегда. Но, надеюсь, человек мешается в хорошем смысле этого слова и планирует в этом году почистить устье реки, насколько я знаю. И мы сможем с вами купаться в этой чистейшей, прозрачной воде. Давайте пройдем дальше. Там найдем более красивые места. Я вам покажу поближе, что творится в Черном море. В Черном речке. Псижуапце. Я немножечко прошел, сейчас покажу вам, там люди в тенечке отдыхают, жарят шашлычки. Такое вот уютненькое местечко получилось, такой островок. А здесь прям Ниагарский водопад, ну, конечно же, не совсем водопад, вообще даже я бы сказал не водопад, но людей очень много, и людям нравится это место. Красивое, купаются, окунаются в чистую речную воду. Прямо же мне ж захотелось. Но надо быть аккуратным, потому что вода не прощает ошибок. Может сбить камней. А у меня еще ж телефон, еще ж камера. Пойдемте. Чуть-чуть пройдемте. Там у них заводь, можно покупаться. Ну, скажу, вода не очень прям такая аж прям кипяток. Ну, нормальная. Купаться можно. Чувствуется течение. Можно упасть. Можно пропасть. Но это не наша история. Поэтому всегда одевайте хорошую, надежную обувь, ребят. Смотрите, там такой круговорот. Горные ручьи. Красивейшее место, ребятки. Красивейшее. Не зря народ сюда ходит, смотрите. Отдыхать. Пресная чистая вода. Ну, если сделаешь за пруду, то она будет еще и теплая. Кстати, обращаю ваше внимание, какая сейчас ширина реки. Я так думаю, через недельку она изменится. Речка станет уже, меньше, ну, может быть, немножечко красивее. И теплее, конечно же. И теплее. Но люди, видите, делают... Люди делают запруды, и там вот
плаваю. Там водичка будет, конечно же, потеплее, хотя, сами понимаете, за пруда все равно водичка вымывается. Ребята, у меня уже перегрелся аккумулятор, всем говорю до свидания. Если сейчас прервется, значит все. Немножечко иду по реке и покажу вам, какая она сейчас. Всем привет из Лазаревской. А мы пойдем с вами дальше путешествовать. Это еще не конец рабочего дня. У меня еще есть второй аккумулятор, заряженный. Чуть-чуть, пока камера остыла, покажу вам вот это вот место. Каскад воды. Маленький такой каскадик, но мощный. Смотрите, какая чистейшая водичка. Тут поток сужается, и как горлышко бутылки, сила воды набирается. Ну, вода становится сильнее, может повалить легко. Лучи втекаются в один, а водичка чистая-чистая. Прям такая же ключевая.